вот вам местность. Стоит снегоход. В 3 метрах дыра во льду. Он даже наступает дырка, короче. Хожу тут, как говорится, вон, дырень. Родники размывают так. Прям дырка сплошная, короче. Ну, метр где-то шириной, а дырка сама где-то 40 сантиметров. Сейчас туда жерлицу будем запускать. Да, полкаша? Да. Вот. Короче, случилась такая история. Я сломал бур новый. Вернее, как, я просто пробурил в землю. 2 оборота по песку и все. Бур сломался. Он вообще ничего больше не режет. Это произошло на первой жерлице. Вот, значит, съездил до избушки тут, до ребят. Взял у них бур. Но тоже вообще никакой, как бы, вообще ничего не могу пробурить. Короче, поехал по старым своим лункам. Слава богу, некоторые не замерзли. А некоторые расшаяли, как бы, ну, родники бьют. И пришлось поставить старые места. Вот. Сейчас вот покажу, как я мучаюсь одной лункой, с одной. Вот этот старый бур. Старый, древний. Вот такие ножи еще на нем, древние. По сравнению с моим буром, это просто говно полнейшее. Но мои ножи кончились, как бы. Вот. Давлю всем весом туда, давлю вообще всем весом туда. И он нифига не сверху. Короче, это неимоверное усилие нужно, просто чтобы пробурить вот эту одну маленькую дырочку. Просто неимоверные усилия. Вот такая вот всего лишь-то глубина, а я дышу, как будто весь матч отбегал. Короче, давишь всем телом туда, только тогда он сверлит. А мой новый, который был тонаровский, вообще давить не надо, просто крути, короче, лезвия сами все режут. Ну вот такая беда, блин, попал на песок. Вот это попача! Вот это я понимаю, слушайте, пока бурил ледобуром, вместе с последним снегом вылетели 3 ерша, короче. Прикиньте, вот живые ерши. Офигеть. Я... сколько лет бурю уже эти лунки, никогда мне ерши не попадают. Чтобы, ну, прямо из лунки он вылетел, 3 ерша, прикиньте. Это ж как так попал-то я. Короче, сейчас это удача. Будем на них ловить. Ребята, вы такую историю еще не видели. Сейчас я вам покажу, короче, это на удочку попался. 2 часа ничего не попадалось, блин, и тут на тебе. Сейчас я покажу. Я просто камеру не включал, ничего не ловилось. Вон, смотрите, монстр какой. Офигеть! Вот, с мою ладонь.
прикиньте. У меня не маленькая ладонь. Такие крокодилы водятся у нас в озерах. Он на нем живет что-то. Вот это монстр, короче. Это реальный монстр. Монстр-трак. На глаз поймал. Офигеть. Вот это монстр. Фалкан, смотри, какой монстр, Фалкан. Смотри. Он реально килограмм весит, наверное. Еще здоровый. С ногу мою. Еще какой-то. Мне что-то с крупняком везет. Вот ничего не ловится, но обязательно какой-нибудь крупняк попадет. То щука, то окунь огромадный. Ладно, попробуем дальше что-нибудь поймать. Вот кто ищет, тот всегда найдет. Начался клев. Какие огромные окуня ловятся. Ну что, момент упущен. Пока вязал туда-сюда, клев прекратился. Решил немножко вздремнуть, просыпаюсь, из окошка смотрю, а у меня жерлица сработала. Не знаю, видно на камеру или нет, но вон она, флажок поднялся. Надо пойти посмотреть. Ой, как хорошо спится. Просто замечательно. Просто вырубило. В 5 утра встал, как бы, блин. Вырубило здесь. Хотя бы полтора часика поспал. Сейчас начнется вечерний клев. Сейчас 3:30 уже. Вот до 4 бы надо уже уехать на клев. Часов до 6, до 7 половить. И ехать домой, собирать жерлицы. Ехать домой. Прокатиться бы еще, конечно, по ним. Посмотреть, если клево не будет. Так, ну что, размотка у нас есть. Размотка есть, хорошая размотка. Примерно половина. Половина нашей лески. Значит, рыбка прижилась. Сейчас мы ее откопаем. Она уже подмерзла. Вот. Вот уже получше. О, все. О. Все, нормалек. Так. Так. На месте. Трофейчик есть. Трофейчик у нас на месте. Так. Хорошо. Как вы думаете, кто там? Блин, а где этот-то? Сачок-то, блин. Потерял этот сачок. Как вы думаете, кто там? Я думаю, что щука. А вы как думаете? Пока собираю, она уже там куролесит. Старая палка знакомая. Так. Ну ладно, что. Будем потихонечку ее заводить.
Блин, опять что-то не маленькое, короче. Что-то большое. Хорошо идет. В лунку не идет. Лунку, ну, никак не идет. Крупничок, короче. У-у-у! Что-то крупное вообще. Вон как леску фигачит. Вот, кое-как выдернул. Мучился тут двумя этими. Крюками, короче, зацепил кое-как. 150-ку вышло. Ну тут килограмм 5, наверное. Хорошая такая щучка. Полчаса ее достаю, короче. Вот такие водятся у нас тут в озере крокодилы. 5-килограммовые. Ха! Хорошо! Фонариком подсвечивал. Кое-как я ее достал. Кое-как. Какой-то кошмар. Все руки заморозил. Надо какие-то перчатки. Вот в этих неудобно. Надо какие-то резиновые перчатки придумать, чтобы ее ковырять, эту рыбину. Ой, ой-ой-ой. А рыбки-то и нету. Рыбку-то утащила. Замертво зацепился. Сейчас немножко пасть раскроется. Слушайте, вот, ну, поводок на 10 килограмм как бы вообще выдержал, вообще не пострадал. Я сейчас-то уже стальную леску использую, но и тут еще пока поводок. Вот здесь она все грызла, здесь усиление сделано, как бы нормально выдержал. Он какой-то двойной еще здесь гнется, я не знаю зачем. Такой вот трофей. Не то что было, но тоже замечательная рыбка. Ну и вот ради чего все это было поймано, для очень вкусной трапезы. Вот так выглядит копченый большой окунь. Вот так выглядит копченая щука. Все это, поверьте, очень вкусно. Не полезно, но очень вкусно. Сейчас я стал делать уже немного. А раньше делал много. Ну, по чуть-чуть делаю так, потому что много сделаешь, оно невкусное становится потом со временем. Делаю по чуть-чуть. Вот всех этих окуней и всех щук я закоптил, засолил, завялил. Сейчас это все еще дня три полежит, посохнет, а то, что оно еще сырое. И все, можно будет приступать к
пробованию. Все на этом. Пока.